Здравствуйте, друзья! Мы перемещаемся по Новосибирску, по новосибирским предприятиям, которые занимаются производством отопительного оборудования. И сегодня мы на производственной площадке компании «Термокрафт» узнаем о том, какую новинку они подготовили к новому отопительному сезону и чем мы с вами, друзья, будем отапливать свои дома этой холодной долгой зимой. Компания эта хорошо уже знакома нашим покупателям, зрителям канала Farnax Film. В ассортименте огромное количество линеек твердотопленных отопительных котлов, котлов, работающих на дровах, на угле, на пеллетах, работающих в полуавтоматическом, в автоматическом режиме. Ролики у нас есть на канале, очень интересная продукция, можно посмотреть. Но сегодня речь пойдет о крайне бюджетном котле, точнее даже о целой линейке. Это новые котлы серии Primus. Представлены они тремя модификациями на 10, 14 и на 20 кВт. В первую очередь, наверное, всех интересует, помимо конструкции, цена. Сколько он стоит? Зайдите на сайт farnax.ru, ссылка на карточку товара с этими котлами будет в описании к ролику, и вы узнаете актуальную цену. Сравните этот котел с ближайшими конкурентами, уверен, вы будете впечатлены ценой на этот котел. Опять же, по его внешнему виду не скажешь, что это крайне бюджетный, крайне недорогой котел. Внешний котел похож на полюбившуюся многим котел R2 производства Термокрафт, но все же имеет некоторые отличия. Во-первых, у него установлен простой водяной зуб, внизу находятся водонаполненные колосники, а сам котел не имеет утепления, и вместо этого боковые стенки у него представлены конвекторами. Конечно, это не полноценный конвектор, как в банной, либо отопительной печи, но тем не менее тепла, исходящего из этих щелей, будет достаточно для того, чтобы отопить небольшое помещение, ну, например, котельную, в котором установлен этот котел, и не потребуется установка дополнительного радиатора. На верхней поверхности есть чугунная плита, на ней можно приготовить. Все три модификации оборудованы чугунной плитой. На передней поверхности две дверцы. Естественно, загрузочная дверца, она находится под наклоном. Загружать удобно и дрова, и уголь. Топка довольно объемная. В самой младшей версии глубина топки составляет 47 сантиметров, а в 20-киловаттном, самом старшем котле, 54. Объем топки в младшей версии 24 литра, а в старшей 48. Туда помещается очень много угля. Кстати, производитель заявляет, что на одной закладке угля этот котел проработает до 10 часов. Ну, на дровах, конечно, цифра будет гораздо скромнее – 2-2,5 часа. Рабочее давление котла до 2,5 атмосфер. На боковых поверхностях есть патрубки для подключения к системе отопления. Патрубки 2-дюймовые. В один из патрубков обратки можно установить электрический ТЭН, и он будет догревать теплоноситель после того, как прогорит основное топливо. Также на боковой поверхности находятся два небольших патрубка. В один из них установлен штатный термометр. Он тоже входит в комплект поставки. Ну а с другой стороны можно либо заглушить патрубок, либо установить туда регулятор тяги. И котел может работать в контролируемом режиме. То есть горением можно управлять. На зольной дверце, кстати, установлена поворотная створка, которой можно как раз и регулировать процесс горения. Ну а за самой дверцей скрывается просто невероятных размеров ящик зольника. Выход дымохода у котла 115-й, это у 10-й и у 14-й модификации, у 20-й будет 150-й, поэтому труба не выйдет тоже дорогой, что в принципе положительно скажется на цене всей вот этой сборки. Котел плюс дымоход. А сейчас, друзья, самое главное. Это одно из самых интересных ценовых предложений для котлов подобного типа у нас на рынке. Поэтому, друзья, если вы еще сомневаетесь, какой котел устанавливать, обязательно обратите свое внимание на эти котлы, на эти и другие котлы производства Термокрафт. Если вы хотите познакомиться с котлами поближе, обязательно заходите в гости в магазины Farnax в городе Новосибирске, адреса указаны на сайте. Ну и заглядывайте в гости в наши социальные сети, там мы обсуждаем новинки и публикуем интересные статьи. На сегодня все, до скорых встреч, счастливо!